Привет, ребятки, меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной базы Алекс Рейн, электропам 54-5 обычных топоров и все. Сишка, железные топоры тут не нужны. Всего тут три ящика вроде как, 4, может, я не помню точно. Тут ломаем плавильню, ломаем обычную стеночку соломенную и попадаем внутрь. Так, готово, от двух волн я избавился. Стопэ. Так, костер пустой, плавильня пустая, сушилка пустая, ящик доски, это у меня украли, это у меня украли. Что еще забрать? Давайте я изоленту заберу. Так, дальше. Ничего интересного. И третий ящик. Ну, тут хотя бы огнестрел какой-то есть. Это заберу, это у меня украли, это у меня украли. Это заберу. Тут еще я видел два бинта. Будет. И плотницкий стол пустой. Да, тут больше забирать в принципе-то нечего. Осталось проверить пикап, если в нем что-то есть. Хотя вот эту хрень ломать нельзя. Понятно. Так, тут тоже пусто. И байка тут нет, только мой. Вот такой вот лут, кроме этого, то, что у меня украли рейдеры. Вот все, что получится с этой базы. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.